Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Freeyond M6. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Открываем камеру. Далее нажимаем на значок шестеренки в правом верхнем углу. Выбираем здесь таймер. Выбираем время таймера. Возвращаемся и проверяем, как он работает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.